Почти как в голливудском боевике 80-х. На трассе в районе города Южный сегодня днем обстреляли «Жигули-девятку». На пассажирском сиденье легковушки в этот момент находился известный активист-националист Демьян Ганул. Стреляли из травмата из двух проезжающих мимо иномарок, утверждает Ганул. Ось дорога на Южный. Щойно обстріляли автівку, в якій я їхав. Ось є пошкодження, ось місце, де я, власне, знаходився. Один Toyota RAV4 на київських номерах та якийсь Mercedes нерозмитнений. Ось нас хотіли зіштовхнути з траси, ми поверталися до Одеси з Южного. І ось почали обстрілювати з травматичної зброї, судячи з усього, але з такої хорошої. Никто из участников перестрелки не пострадал. В полиции заверили, что активно ищут стрелков. В области объявлена спецоперация «Перехват». Демьян Ганул, как правило, участвует в скандальных акциях и политических, и междоусобных. К примеру, недавно он решил залить бетоном незаконно прорубленный вход в подвал в центре Одессы. Якобы там хотели разместить пиццерию.